привет! Меня зовут Адель. В сегодняшнем мастер-классе я вам покажу, как легко и просто связать сердечко Валентинку крючком на 14 февраля. Это мое первое видео, мой первый мастер-класс. Я очень сильно волнуюсь, но будь что будет. Надеюсь, вам понравится. Для того, чтобы связать вот такое сердечко Валентинку, нам понадобится абсолютно любая пряжа. Трикотажная, плюшевая, неважно. У меня это остаток пряжи от предыдущего изделия. Вот такая вот тоненькая нить. Кстати, из этой же нити я вязала сами сердечки. Они у меня получились маленькими и тоненькими. Если у вас нить толще, то и само сердечко тоже будет больше. Также к пряже нам понадобится крючок подходящий. Давайте посмотрим, подходит ли мне крючок под пряжу. Да, крючок мне идеально подходит. И также у меня сегодня перед глазами схема сердечка крючком. Вот это вот сердечко мы с вами сегодня будем вязать именно по этой схемке. Можете заскринить и использовать ее в будущем. Ну что, давайте приступим к самому вязанию нашего сердечка. Сразу вытягиваю ниточку, убираю клубочек и начинаем вязать сердечко с вот такой скользящей петельки. То есть вот эта спиралька — это у нас скользящая петля, или как по-другому — кольцо амигуруми. Давайте покажу, как это делается. Берем нить, берем наш пальчик и обматываем наш палец вот таким вот образом. Просовываю крючок через первую ниточку, захватываю вторую и протягиваю вторую нить через первую. Вот так вот. Снимаю кольцо с пальца и провязываю вот так вот, грубо говоря, одну петельку. Вот такое вот колечко у нас получилось. Далее провязываем 3 воздушных петельки. Первую петельку, которую я только что провязала, я не считаю ее как за петлю, поэтому вяжу 3. Раз, 2 и 3. Далее у нас идут 3 столбика с 2 накидами. Делаем 1 накид, 2 накид, и вот так вот мы колечко просовываем крючок и цепляем нашу рабочую нить и провязываем 2 петельки и 2 петельки. Еще нам нужно провязать 2 таких столбика с 2 накидами. Накид, накид, в кольцо захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем 2, 2 и 2. Остался последний столбик. Делаем 2 накида, просовываем в кольцо, захватываем рабочую нить и провязываем 2, 2 и 2. Далее у нас идут 3 столбика, только уже с одним накидом. То есть делаем 1 накид, не 2, как мы делали, а 1. Просовываем в кольцо, захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем 2, 2. И таких еще 2 столбика. Вот так вот у нас получается. Вот такой красивый переходик. Далее у нас идет 1 воздушная петелька, столбик с 2 накидами и еще 1 воздушная петелька. То есть вот мы закончили 3 столбика с 1 накидом. Делаем 1 воздушную петлю. Делаем столбик с 2 накидами. Два, два и два. И еще 1 воздушная петля. Не пугайтесь, что тут у нас небольшая дырочка. После окончания вязания она у нас закроется. Далее делаем зеркально. 3 столбика с 1 накидом и 3 столбика с 2 накидами. 1, 2 и 3. 3 столбика с 1 накидом и 3 столбика с 2 накидами.
Вот так у нас получается. Давайте немножко затянем наше сердечко. Вот за эту ниточку. Все, мы довязали 3 последних столбика с 2 накидами и делаем 2 воздушных петельки. 1 и 2. Все, затягиваем колечко полностью. Вот так вот, чтобы было туго. И смотрите, как мы сейчас будем делать. Вот эту вот петлю мы просовываем в середину сердечка. Прям суем, не боимся. Захватываем нашу рабочую ниточку. Вытягиваем вот так наверх, чтобы она была вот тут посерединке. И вот такой вот соединительной петелькой мы завершаем наше сердечко. Вот так. Далее делаем воздушную петлю и обрезаем ниточку. Нить я обрезала и вытягиваем ее. Тут хорошо затягиваем. Если у вас тут еще немножко образовалась дырочка, вы также можете вот за заднюю вот так вот вытянуть. И смотрите, как мы завершаем. Так, я меняю крючок на потоньше, который у нас. Буду делать вот так вот вперед. Берем крючок, просовываем ее в эту же серединку, только с задней стороны. Захватываем нашу петлю, точнее ниточку, вытягиваем ее вот так вот, выравниваем наше сердечко и сзади я завязываю узелок. И просто прятаем вот эти вот ниточки куда-нибудь между наших столбиков. И вот такое сердечко у нас получается. Огромное спасибо за просмотр. Пиши в комментариях, как тебе мастер-класс. Подписывайся на меня. Давай вязать вместе. Дальше больше.